Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и Глазастик. И сегодня мы будем распаковывать денежные йо-йо, которые я купила, конечно же, в количестве 100 штук. И наконец-таки этот день настал, когда курьер привез мне мою посылочку, и вы не представляете, насколько сильно я была шокирована ее размером. Напишите прямо сейчас в комментариях, как вы думаете, какого размера может быть посылка со 100 штуками денежных йо-йо. Размер примерно с Глазастика, как 2 Глазастика, как 3 Глазастика, как 4 Глазастика или как 5 Глазастиков, или коробочка со 100 денежными йо-йо. Прямо сейчас напишите в комментариях. Та-дам! Вот такая вот маленькая коробочка. Ребята, она весит 400 кило. 400 кило! Это что там такое? Надеюсь, там не деньги. Или коробка вообще пустая. Что-то из двух это 100%. Либо там пусто, либо там просто мне положили денег и ее забыли положить. Но вот представьте, ее, она вот такое. Весит, наверное, грамм. Ну, 50 минимум. Потому что у нас есть ее, и раньше я им часто играла. Но потом у меня на трейдах его Денис забрал, и я не знаю, где оно. Так что, когда я заказывала, я представляла как минимум коробочку как 5 глазастиков. 1, 2, 3, 4, 5. А получается как 2. Это несправедливо. Кто соскучился по денежным видео, обязательно ставьте лайк, потому что таким образом я узнаю, стоит ли мне еще что-то заказывать денежное. Либо же вы не хотите такие ролики, я тогда ничего денежного заказывать не буду. Давайте соберем под этим роликом 25 тысяч лайков, тогда я буду еще смотреть на Авито или на других сайтов разные денежные товары и их заказывать. Так что давайте, дерзайте, ставим лайки, ну, или не ставим. Прежде чем мы распакуем наши денежные йо-йо и вообще узнаем, есть ли они там, я хочу передать приветы своим самым активным и любимым подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Тык, передаем вам огромный привет, у вас уникальная возможность получить привет от Глазастика. И да, мы, конечно же, желаем вам прекрасного времяпрепровождения за просмотрами наших роликов, да и вообще всего самого классного. Ну и пишите комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. Ну а теперь предлагаю перейти к распаковке, так как, походу, он согласен. Погнали! Та-дам! Вот она коробочка, вы ее уже видели, я вам уже рассказала, какой ее вес, но какова цена этой коробки, вы не знаете. Каждая ее стоила 400 рублей, и продавец нам обещал купюры 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Также нам обещали 2000, либо же 200 рублей в 1%. Почему-то это так странно, на 1% ее 200 рублей, но это же очень странно. Я надеюсь, что мы в каждой будем находить 1000, а лучше сразу 5. Ну что, открываем. Ого! Ого, что такое? А где мой йо-йо? Что за шарики? Что за прикол, ребята? Я заказывала йо-йо, а тут какие-то мячики в пакетиках. Футбольный мячик, баскетбольный мячик. И в пакетике есть еще пакетики. Ну ладно, хоть, может быть, деньги тут есть. О, это цветочек! Смотрите, это цветочек. Я так думаю, что вот в этом золотом суперкрасивом пакете должны быть деньги. Иначе что там еще? Может быть, инструкция по применению, что ли? Что за цветочек? Это заколка? Серьезно? Первый раз вижу такое маленькое ее. Тут просто ниточка, тут даже нету специальной такой загибулинки, чтобы я одела на палец. Но, по всей видимости, это ее. Как этим играть? Давайте сделаем вот так вот загибулинку. Ну что, погнали. Ого, она работает! Это супер классная ее-шка, такое же маленькое, как мой глазастик. Так что, братан, это для тебя. Мы посмотрим, что в этом золотом пакетике. Здесь реально деньги. Я не буду пока озвучивать, какая здесь купюра. Я хотя сама не очень-то понимаю, но деньги я тут определенно вижу. Давайте вам покажу. Видите? Интересно, вам понятно или нет? Короче, напишите в комментариях, что вы увидели. А сейчас я предлагаю все пересчитать. И хочу еще понять, что это за мечи. Это тоже, что ли, такие йо-йо? Может, это попрыгунчики? У них, кстати, были денежные попрыгунчики. Но я что-то как-то не рискнула. Тут тоже ниточка. Ребята, это тоже йо-йо в виде мячика. Давайте попробуем поиграть. Нужно нитку намотать на палец. Что? Это самое ужасное йо-йо в моей жизни. Она не играет. Честно говоря, когда я заказывала денежное йо-йо, я хотела поймать сразу двух зайцев, типа посмотреть, сколько мы денег найдем, и получить йо-йо крутые, потому что йо-йо это же так классно, это игрушка моего детства. И думала, вау, у меня будет 100 крутых йо-йо, и мы забацаем с вами какой-нибудь крутой челлендж. Но теперь, смотря на эти йо-йо, вот без вот этого я их даже не могу назвать йо-йо, потому что, ну, это не йо-йо. Это очень странные штуки. Ладно, давайте их пересчитаем. Самое главное, конечно же, чтобы там было достаточно много денег. И это мы сегодня с вами и проверим. Ух
99 штук нам не доложили одно денежное ее. Это инфа 100%. Я все четко пересчитывала, и тут было ровно 99 ее. А еще знаете, в чем прикол? В том, что мне попался один пакетик вообще без ее. Сейчас он находится где-то под этими завалами. В этом пакетике есть золотой пакетик, но самой игрушки там нету. Хотя купюр может быть и не 99, если там по две купюры. Но это же нереально. Такого нам не обещали. Ну что, ребята, мы с глазастиком готовы, так что давайте начнем эту распаковку. Пока что у нас только плохие новости, но надеюсь, что с началом распаковки настроение поднимется, будут попадаться крупные купюры, и из новостей будет только все хорошее. Так что начинаем. Я предлагаю глазастику выбрать первый пакетик. Вот этот, да, глазастик? Ну все, хорошо, смотри-ка, что. Выбрал нам баскетбольный мяч. Это твое. А деньги мои. Нифига, глазастик, ты фартовый, тут целая 1000 рублей. Первая йо-йо, первая купюра, первая распаковка и сразу 1000. Ура! Держи, глазастик, тебе за работу. Я хочу вот этот открыть. Тут цветочек оранжевый. Да, йо-йо вообще прям, прям написано Made in China. Ну и теперь все понятно, это полная Made in China. Вполне себе приемлемая купюрочка, 100 рублей, держи. Следующий. Ого, 500! Первые три и на все разные купюры. 1100, теперь 500. У нас уже есть 1600 рублей. И учитывая то, что я потратила на три денежных ее 1200, мы с вами в плюсе. Следующий пускай будет какой-нибудь мяч, например, футбольный. Я как будто какой-то золотой мешочек достаю. Нормально, реально золотой мешочек. Мешочек с деньгами, недаром они золотые. Мне нравятся футбольные мячи, тут крупные купюры. О, еще 500. Еще 500 рублей. Мы уже с вами открыли 5 денежных йо-йо. И у нас с вами 3 купюры по 500, 1 сотка и 1 тысяча. Итого получается 2600. Ну, мы реально пока что в плюсе, причем на 600 рублей. Давай следующий ты выберешь. Так, давай, знаешь что? Оператор вход. Я хочу баскетбольный мячик. Давай, держи мячик тебе. У тебя теперь будет своя коллекция йо-йо. Чисто из баскетбольных мячей. 100 рублей. Денис не принес намного денег в нашу кассу. Тогда следующий выбираю я, и это будет цветочек зеленого цвета. Я тоже шибко много денег не принесла. Тут 100. Давайте еще выберем какой-нибудь цветочек. Есть оранжевый или красный? Оранжевый. Кстати, ребята, кто не видел видео, где я скупаю все оранжевое, обязательно посмотрите. Ну и все остальные из выпуска скупаю все определенного цвета. Сотка. Оранжевые деньги в оранжевых ее. Смотрите, он красный. Тут была красная купюра. Но не та, которую я искала. 100 рублей найдены. Что-то в цветах вообще денег нету. Где все деньги? Все в мячах. 100. Даже глазастик не выдержал, понимаете, такого напора. И прилег отдохнуть. Зеленый цветочек принесет. Я думаю, тут будет 100. Я думаю, 1000. Или 500. Или 5. Ладно, уже каждый что-то свое придумал. Тут, короче, 500. Нет, тут 100. Сначала распакуем все баскетбольные вещи, потом все футбольные, а потом, допустим, цветочки, может быть, по цветам разложим. Мне кажется, так будет прикольно. Давайте так и сделаем. Тут, короче, пакетик с деньгами. Из него уже выпал синий цветочек. И тут было 100 рублей. Представляете, просто... Two hours later. Та-дам! Просто посмотрите, как мы все идеально и красиво разложили. Отдельно мячи баскетбольные, отдельно футбольные, отдельно цветочки даже по цветам разложили. Короче, получилась реальная красота. И судя по внешнему виду, больше всего у нас баскетбольных мячей. Поэтому с них мы и продолжим нашу распаковочку. Не лень их пересчитывать, поэтому просто будем открывать и смотреть, какие купюры там чаще всего попадаются. Кстати говоря, о купюрах. У нас же был пакетик, который без йо-йо. Вот он отдельно лежит. И давайте его сейчас откроем и посмотрим, что же там за такая таинственная купюра. Смотрим. 1000. О, ну это тоже очень хорошо. Не 5000, конечно, но тоже very wonderful. Прикольно. На, держи. 100 рублей. И сейчас 100 рублей. Чух. По ощущениям, я как будто открываю какое-то ювелирное изделие. 500! Я только сказала про золото, бриллианты, ювелирные изделия. И сразу же мне попадается 500 рублей.
Следующее. 500! Еще одна 500-ка. Это очень хорошо. Тут еще должно быть 500. Я это чувствую, 500. Нет, тут была 100-ка. Следующий. О, она прям завязана. 1000! Первая 1000 в баскетбольном мяче. Уху! Мы идем к победе. Она такая грязная. Ну, хотя не все грязные. Следующая. Давай, давай, прям хорошую денежку мне давай, давай, позолоти ладошку. 100. Надеюсь, что это ее позолотит мне ручку. Хоть бы тут 1000 было, 1000. Тут было 500 рублей. Следующая. Давай, 500. Хотя бы 500, хотя бы 500. Вот так это работает. Типа, когда ты хочешь меньшее, получаешь большее. 1000. О, еще 500 рублей. Не хочется, конечно, сглазить, но идем, и вроде бы пока что хорошо. Предлагаю прямо сейчас заняться следующим. Достанем все золотые пакетики из этих мячиков и будем их потом открывать. Мне кажется, так будет быстрее. A few moments later. 15. Мне нравится эта цифра. Надеюсь, она принесет мне много удачи и, конечно же, богатства. Но пока что она мне принесла только 100 рублей. Следующий пакетик. Второй из 15 снова приносит 100 рублей. Следующий. Еще 100-ка. Следующий. Глазастик, ты не поверишь. Это шок, да? Еще 100 рублей. Следующий. Сколько, говоришь, будет? 500? Ты оказался неправ. У нас всего лишь 100. Надеюсь, следующий реально будет 500, как и говорил глазастик. Но нет, ребята, только 100. 100 рублей, следующий. Еще 100, это что, одни сотки? Неужели реально будут только сотки? Ребята, как вы думаете, прямо сейчас напишите в комментариях. Нам попадется хотя бы 500 рублей в этих золотых пакетиков из красных цветов. Я очень хочу в это верить, но что-то мне подсказывает, что тут будут одни сотки. Как радостно в душе от того, что я была не права и моя ставка не сработала. Оказывается, тут есть еще и целая 1000. Живем, живем. И погнали соточки доставать. Еще сотен. О! 500-ка. 500-ка. Надеюсь, значит, тоже будет 500. 500, давай, давай. Да, еще 500 рублей. Глазастик, только сильно не удивляйся. Но тут уже 3 500-ки. И вторая 1000 пошла. Еще 1000. И последний золотой пакетик принес нам 100 рублей. С чего начали, тем и закончили. Класс. Ну и сейчас мы с вами откроем желтенькие цветочки йо-йо и узнаем, какие там деньжата хранятся. У нас их, кстати говоря, всего лишь 5 штучек. Что же в первом? 100 рублей было в первом желтом цветочке. Второй. Еще 100-ка. Еще 100-ка. 500. И последний желтый цветочек принесет нам 5000 рублей. Я в это верю. Да-да-да-да-да-да-да. О, нет, тут всего лишь 100 рублей. Теперь открываем синенький. Их вообще всего лишь 3 штучки. Значит, они должны быть самые выгодные для нас. В них должно быть больше всего деньжат. Так ли это, мы сейчас узнаем. Походу нет. 100. Наверное, мы его распаковали ранее, судя по тому, что он открытый. Так что у нас всего лишь 2 синеньких цветочка. 500. Того 600 за синие цветы. Переходим к следующей группе йо-йо в виде цветков. Это зелененький. Их у нас 6 штучек. И они просто прекрасные. Мне очень нравится этот цвет. Особенно сочетание с фиолетовыми пакетиками. Выглядит очень стильно. Ну а денег здесь немного. 100. Еще 100. 500. Оу-ля-ля, следующий. А он пустой, он пустой. Он причем такой закрытый, словно мы из него деньги-то и не доставали. Капец, и вот теперь ходи и гадай, он был пустой? Или типа что-то пошло не так, и мы те, которые открыли, оставили на столе? Непонятно. Окей, следующий. 100. И... 100.
Ну, как-то так, ребят. Чтобы вы понимали, остаются последние 3 денежных ее, и все это оранжевые цветочки. Я делаю ставки на то, что здесь все будут сотки, а вы как думаете, скорее пишите в комментариях. Мне очень интересно узнать ваше мнение, но сейчас я их начинаю распаковывать. Погнали с этого. 100. Давай, 1000 хоть бы была. Да, нам точно нужна 1000. Да, я с тобой согласна. Но тут только 100. Последним точно должна быть 5000. У тебя так и не было ни одной 5000-ной. Кстати, да, ребят, я согласна с Денисом. 5000 рублей у нас так и не было. Хоть нам бы попадались и 500-ки, и 1000-ные, и даже 100-ки, которых было больше всего, как мне кажется. 5000 у нас так и не было, хотя нам обещали. Так что в последнем, в 99-м, а не 100-м, потому что у нас тут 99 штук, точно должна быть 5000-ная купюра. Я в это хочу верить. А ты как думаешь? Он думает, что будет, конечно же, все прекрасно. И это было 100 рублей. Капец. Значит ли это то, что мы ушли в минус? Не знаю, но мы сейчас с вами узнаем, потому что будем все сейчас пересчитывать, узнавать, сколько денег мы смогли найти в денежных ее. Напоминаю, потратила я 40000 рублей, потому что каждая штучка стоила 400 рублей за единицу. Я не хочу все считать, потому что, ну, по моим ощущениям, у меня 1030, и я ушла в минус где-то 10000, и вроде бы норм. Но я сейчас все посчитаю и все узнаю, мне будет плохо. Калькулятор я уже подготовила, так что давайте начнем, конечно же, с соток, ведь их 100% больше всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну-ка давай сюда все. 10, 11, 12, 13, 14. 60, ровно 60 соток у нас было в этой распаковке. Это 6000 рублей. Заносим в калькулятор. Теперь считаем 5-соточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Later. 30! Ровно 30 пятисоток. Это 15000 рублей. Добавляем. Видим вот такую цифру. Вроде бы как половину мы уже отбили. Теперь тысячные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, я как знала, прикиньте. Плюс 9000. 30000 рублей. Это что? Значит, что я их трусы. Помните, буквально 5 минут назад я сказала, что ой, да, наверное, у нас 30000 рублей. Тютелька в тютельку. Как это получилось? Я в шоке. Ровно просто. Ровно. Не 30100, не 30200, не 29500. Ровно 30000. И мы в минусе на 10000 рублей. Ура! Громкий аплодисмент. Это достаточно хороший результат. Конечно же, очевидно, что, скорее всего, в таких роликах мы все уходим в минусы. Но я всегда надеюсь на плюсы. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте ему лайк, если вы хотите денежные ролики чаще на канале. Ну а мы вас сильно любим, крепко обнимаем и говорим пока!